Утром среды в центре Хабаровска в пятиэтажном доме взорвался газ в квартире на третьем этаже, где проживали престарелая женщина и ее 59-летний сын. Примчавшимся пожарным не пришлось даже разматывать рукава, воспламенились лишь занавески и деревянная оконная рама. Вздрогнувшие дом и полетевшие стекла стали для жильцов сигналом к эвакуации. Мы увидели стекла и хлопок, и потом стали собираться люди, сразу забегали. Все, но газа мы не чувствовали, не было утечки ни в подъезде, ни... И у нас машинка стиральная работала, запахло изоляцией сразу. Пожарные, убедившись, что ЧП не получило пламенного развития, вызвали аварийную бригаду «Газпрома» и скорую помощь для хозяина. Мужчина получил ожоги рук, лица, шеи и дыхательных путей. Почти сразу пришлось беспокоить и полицию, поскольку в квартире расчет обнаружил труп. Тело женщины 1927 года рождения, укрытое простыней, лежало в одной из комнат. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, умерла пенсионерка не в результате ЧП, а задолго до него. Пострадал один человек, госпитализирован в краевую больницу с 15% ожогами лица и рук. Значит, несущие конструкции не повреждены, отселение жильцов не производилось. Значит, также было обнаружено тело пожилой женщины с признаками разложения. Следов насилия на обнаруженном теле не было. По предварительным данным, умерла мать хозяина по естественным причинам. Полицейские отметили неадекватное состояние пострадавшего. Он считал, что находится в квартире один. На вопрос, где его мать, пенсионер ответил, что она гостит у родственников. При этом, по заключению судебного медика, женщина умерла от 3 до 7 дней назад. Про эту семью соседи мало что знают. В квартире с отделкой 70-х жили не слишком разговорчивые люди. Галина. Знаю имя, фамилию не знаю. Вот. Они нелюдимые, они какие-то людей не любили. Сын до сих пор, он, наверное, инвалид. Вот не женат, ничего, вот такой вот. Отвод газовой плите, сделанной еще при Хрущеве, аварийная бригада заглушила. Утечка произошла где-то внутри раритетной печки. Стояк и газовый счетчик оказались в полном порядке. Судя по локализации ожогов у пострадавшего, он пытался зажечь конфорку. Предварительно, что взрыв газа произошел, значит, только, значит, по вине, значит, по неработающей плите, скорее всего, значит. Там плита уже, ей порядка уже, наверное, лет 60, то есть 50-го года. Сила взрыва была небольшой, если не считать вышибленного остекления. Ни квартира, ни дом повреждений не получили. Пострадавший госпитализирован. Проверкой инцидента занимаются сотрудники Следственного комитета. С места происшествия Надежда Томченко, Анна Карпова и Павел Рогатин.